Всем доброе утро. Сегодня 30 мая 2023 года. Это видео хочу показать, что нужно делать сегодня в эти дни на винограде. Что я лично делаю. Каждый свой виноград выращивает по-разному. Если получается, это значит правильно. Я никого не учу, ничего не рассказываю, как надо делать. Я рассказываю и показываю, как это делаю я. Кому-то, может, это будет полезным. В принципе, у меня все просто. Не так у меня много кустов. Не так много места. Поэтому я делаю своеобразные мониторинги сортов. Некоторые убираю, некоторые добавляю. Это куст лора. Один из любимых моих старых сортов. Хотя он сортом не так давно стал. Он уже давно все его знают. Женский тип цветка. Но опыляется прекрасно. У меня их 6 штучек. Лора компактная, короткую обрезку любит. Тут 3 плодовых стрелки, 2 рукава. И он требует подвязки. Подвязки до второй шпалеры, чтобы убрать что-то лишнее, чтобы проветривалось. И все ровно росло, не падало. Уже дожди идут. Скоро будет цвести он. Технические сорта уже начали цвести. Это нам дает... Это нам показывает то, что через недельку зацветет и наш. Надо успеть сделать вторую обработку комплексными препаратами. Что я на днях и собираюсь сделать. Подвязываю я своим методом. Подарили мне степлер. Ну, честно, он мне как-то не взошел. Во-первых, им неудобно подвязывать до рабицы, потому что у меня много кустов на сетке рабицы. Не подлезешь им. Поэтому я обычными веревочками подвязываю. И первые побеги помечаю. Сейчас подвяжу и посмотрите, что у меня получится. Вот то, что у меня получилось. Побеги ровно подвязаны. Скоро будет свисти. Вот у нас лора. Позакладывал побеги. Ой, завязи хорошие. Где будут скоро ягоды. Это нам дает, во-первых, удобнее обращаться с ним. Он должен расти так, как мне надо, а не так, как хочет. Обрывать листья до грозди будем после того, как отцветет. Оставляю одну гроздь на побег. Это сорт юбилейного черкасска. То же самое. Видите, рабица и не подлезешь степлером. Не скажу, что он сильно урожайный, юбилейного черкасска. Это старший брат преображения. Ну, у него такая длинная ягода. В этом году что-то будет. То, что будет, я поставлял, подвязывал. И первые побеги вот хочу показать. Вот эти делаю холостыми. Те же первые до основания. Без сучка замещения. Вот раз, два. Это я пометил. Первые до основания, холостые. Два оставляю. И с этой стороны. Эту ерунду уберу. Вот. Раз, два. Первые до основания. Они у меня без завязи. Холостые. Это на следующий год. Потом я вот тут обрезаю. И вот это тоже вот так пообрезаю. Вот тут. Это у меня кадрянка. Не скажу, что я в восторге от кадрянки. Ну, убирать никуда не собираюсь. Один кустик. Горошит. Бывает, горошит. Во вкусе ничего особенного. Ну, пусть будет. Так же самое. Первый побег холостой помечаю. Остальные с урожаем. Не скажу, что большие завязи, соцветия. Ну, что-то есть. Такое, пусть будет. Это жизель у нас, гибридная форма. В этом году позакладывала получше. Не скажу, что в захвате, ну пусть будет с мускатом. Я считаю, что он раскачивается еще, потом поднормирую гроздями. Это я Питер. Питер на укрывной.
Я его пожадничал и вверх оставил. Начал формировать. Но Юпитера много. Это память негруля. Довольно большие соцветия. С ним все отлично. Старый поздний сорт. Один пусть будет. Это преображение. 4 штуки. А с той стороны 3 лоры и памяти учителя. Это я еще ничего не подвязывал. Сейчас я сюда зайду. Ну, преображение. Он молодец. Довольно неплохо начал. Это кишмыш Велес. Как всегда, тут у него куча готовится цвести. Огромное у нас соцветие выбрасывает. Тут тоже. В этом году он молодец. Это Аркадия. С Аркадией всегда все нормально. Вот такое маленькое видео, средство информации на 30 мая. Скоро надо обрабатывать системными препаратами. Всем желаю удачи, мира и хороших урожаев. Это Кременчук, Полтавская область.